думаю, вы заметили, что вам здесь не Монте-Карло и даже не Рио-де-Жанейро. Картина маслом. Одесса, 31 декабря, русский Новый год в еврейском таки квартале. Кто-то скажет, какой вздор, что вы нам хотите навязать? Рош-Хашана знаем, Хануку знаем. Слушайте, хочу я вам навязать или не хочу, не имеет никакого значения. Почему, спросите вы? А мы сейчас посмотрим, и вы сами все поймете. Ой, Сеня, я вас умоляю, какой такой Новый год? Нет такого праздника. Ну как же нет, Беня? У всех есть, а у нас нет. Познакомьтесь. Беня, Сеня, два самых лепших дружка. Но каждый год у них спор по одному и тому же вопросу. Новый год он есть или его нет? Ну и что, что у всех есть? А у нас нет, мы особенные. А я думал, что наша особенность заключается в том, что у нас аж два Новых года. Беня, не делайте мне больно. Шалом вам, уважаемые. О чем спор? А кто спорит? Мы не спорим. Мы рассуждаем. Ну как же, подождите. Вы сказали, есть Новый год, а вы сказали, нет Нового года. Слушайте, дорогой, какая вам разница? Есть Новый год, нет Нового года. У кого-то есть, у кого-то нет. Вам какая разница? Как это какая разница? Пошлите. Вот смотрите, скажите только правду. У вас деньги есть? Деньги есть. А у нас нет? Нет. Просто вы свои потратить не успели, а мы уже. Скоро и вы свои потратите, а мы заработаем снова. Так какая разница? Есть Новый год, нет Нового года. Какая вам разница? Не, ну как это? Разница это же есть на самом деле, ну правда. Ну как это, какая разница? Ну Новый же год, он же ж Новый год. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали. Вы мне скажите, какой форшмак, если цимес? Познакомьтесь. Две домохозяйки, Сара и Циля. И как многие из вас, я думаю, не заняты в предновогоднюю ночь только одним меню. Цимес. Он и в Африке цимес. Сами знаете. Ну, кому цимес? А мой Моня за стол не сядет, ему форшмак подавай. Циля, твой Моня один форшмак и кушает. Утром форшмак, в обед форшмак. Вечером форшмак. Так шо, другие блюда пора отменить, шо ли? Шалом, уважаемые. Вы тоже, наверное, рассуждаете. Шалом. Шо значит тоже? Шо значит рассуждаем? Мы, между прочим, новогоднее меню обсуждаем. Это вам не лушпайки сплёвывать. Да вот вы нам скажите, что вы любите больше, форшмак или цимес? Ой. Вы знаете, а я и форшмак, и цимес, а еще лучше с греночками. Да что он понимает про него? Как я с вами согласна? Он и булку от хэлы отличить не сможет. Ну почему не смогу? Ну я смогу! Ну как же булку от хэлы не отличить? Ну вот булка, вот хала. Как? Нет, я смогу. Там будут танцы, конкурсы, там будут наши друзья, там будет весь курс наш, в конце концов. Йося, ты такой наивный! Познакомьтесь, супружеская студенческая чета. Йося, Соня. Каждый праздник голова болит у кого-то об одном, у кого-то другом. У этих молодых людей голова болит только об одном. Где и с кем встречать этот праздник? Какие друзья! Ты знаешь их всего четвертый месяц. И если ты даешь им списывать мои конспекты, это не делает их твоими друзьями. Сонечка, 4 месяца – это немало. А Вася, между прочим, пообещал похлопотать за меня в военкомате. У него папа бывший военный. Йося, 4 месяца – это ничто. И, кстати,
бывших военных не бывает. Они уходят в отставку. И, кстати, он за тебя так похлопочет, что ты угодишь прямиком в стройбат. А тебе это противопоказано, ведь ты никогда ничего тяжелее чашки в руках не держал. Сонечка, ну зачем ты так? И вообще, Йося, Новый год семейный праздник. Мы празднуем у моих родителей. Сонечка, а почему с твоими? С твоими мы праздновали Хануку. Значит, Новый год празднуем с моими? Я не понимаю, Йося, а что тебе не понравилось на Хануку у моих родителей? Все понравилось, ну... Никаких «но». Празднуем у моих. Ну, шалом, вы молодые люди. Нету времени, шалом. Мы спешим. Ну, Соня, Соня... Как же? Молодежь. Вечно спешат куда-то, вечно торопятся. Ни на что у них времени нету. Что поделать? Фенечка, у тебя есть на душе праздник? Этих молодых людей вы уже видели. Но не в этом обличье. Семья. Как много в этом слове для сердца нашего сплелось. Сарочка, все твои праздники у меня в кошельке. Венечка, я же о предстоящем новом году. Но мы же привыкли отмечать его на два раза. Ой, хорошо б ты еще и третий не придумала. Фенечка, а давай пригласим семью Ароновичей к нам на Новый год. Мне будет хоть с кем поговорить, а тебе шо послушать? Дорогая, я уже пробовал. Я ему про Новый год, а он мне про Адочкину усталость, про какую-то микстуру и покой. Так что они хотят покоя? Тогда мы идем к ним. Тогда мы идем. Сарочка, дорогая, ты бы лучше так спешила не тратить наши деньги, как ты спешишь в гости. Фенечка, чтобы ты был доволен, мы так и идем к ним в гости. Шалом, шалом вам, уважаемые. Шалом и вам. С наступающим. С наступающим. Вот у них не стоит проблема. Новый год, не Новый год, праздник нужно праздновать. Что вы мне хотите? Дайте мне покой. Познакомьтесь. Папа, сынок мой, дочка Ривка. Ну какие? Какие могут быть вопросы здесь? Задача только одна – купить подарки. Сколько можно повторять все вопросы за подарки к маме? Папа, папочка, ну скажи, ты купишь мне большую говорящую куклу и с туфельками и сумочкой, такую, как у Фени? У тебя есть такая. Папа, папа, купи мне большую полицейскую машину, как у Иви, что мигала и пищала. Ривка, Моня, у меня от вас уже в голове пищит, мигает и крутится. Дайте мне покой. Шалом, уважаемый. Что, забота о новогодних подарках? И вам шалом. Дети, что с ними делать? Только Ханука прошла, а им снова подарки подавать. А, эти сорванцам любой повод подойдет. О чем вы говорите? Какой повод? Это никогда не кончится. Неужели? Папа, пошли за подарками. Детки, конфетки. Ну просто конфетки. Ну что еще здесь можно добавить? Не, ну вот что ты заладил? Новый год, Новый год. Ада Львовна, Давид Аронович, всеми уважаемая супружеская чета. Но есть две проблемы. У Давида Ароновича как бы поговорить, а у Ады Львовны микстура, кровать, спать. Мне что, в мои 70 больше нечем заняться? Я что, зря детей воспитывала и внуков? Вот с ними исправлять, а мне в самый раз домой и спать. Ну, Адочка, милая, там будет салют.
Соня приготовит форшмак твой любимый и рыбу, фаршированную рыбу. Ой, Дава, тебе лишь бы есть. Нет, Адочка, это не так. Я так люблю наших детей и внуков. Они такие веселые, поют, танцуют. И Соня обещала запечь гуся. Шалом вам, уважаемый. Давид Аронович, Ада Львовна, и как к празднику готовитесь? Ой, шалом и на вас. Какой праздник в мои-то годы? Мне в самый раз пить микстуру и спать. Шалом вам, молодой человек. Ну разве это не здорово? Вся семья вместе, за одним большим столом. Всем весело и столько вкусного. Весело, здорово. Кому весело, а кому микстуры пить? Дава, я тебя прошу, идем домой. Адочка, постой, у меня есть что рассказать молодому человеку. Да. Я ему расскажу, как празднуют Новый год в Китае. Дава, идем домой. Ада, уже иду. Дава. А как же Китай? А Китай, пожилые люди, ничего не меняется со временем. Годы уходят, а проблемы нехватки времени, они остаются. Смилуйся надо мной. Все эти люди в этот день задают мне один и тот же вопрос. Праздновать им Новый год или нет? Ну что? Что я им скажу? Твоим этот праздник не назовешь. Но ведь ты так любишь, когда мы, твои дети, собираемся вместе за большим столом. Кушаем, поем, веселимся, прославляем тебя за благодать, данную нам в Ишуа Хамашиах. Ну что? Что я им скажу? Шалом вам, Ребе. Шалом и вам. Только не спрашивайте меня за Новый год. Хорошо, не буду. Вы только сами скажите, как 31 декабря празднуете? Как? Весело. Весело. Сначала меня достают весь день с одним и тем же вопросом, праздновать им Новый год или нет. Затем я иду в магазин, покупаю подарки детям, внукам, а после возвращаюсь домой. И все вместе мы радуемся, что у нас все хорошо, и прославляем нашего великого Ишуа. Да, вы знаете, а ведь Ребе-то прав. Вовсе ж не так уж важно, почему мы именно сегодня собрались. Важно, что мы знаем, кому мы благодарны за это. Важно то, что мы знаем, кто дает нам возможность и желание радоваться. Радоваться каждому дню, независимо от того, что он принесет. И совсем не важно, что будет у нас на столе. Мы хорошо знаем, что есть тот, кто заботится о нас. Есть тот, кто слышит и отвечает на нашу молитву. И мы говорим ему, то да.